Ну что, с вами мастер Феникс, мы продолжаем проходить свечи. Тормозило. Какой-то глюк, реально. Тебя убивают, и все, ты не можешь в следующий раз начать, потому что больше 2-3 фп. Вот видите, 35, да? 36. Еще более-менее ничего, моя старая. Если меня убьют, то будет 4-5 всего фпс. То есть получается, нельзя умирать. Но 4-5 фпс по этому делу не поиграешь. Получается, нельзя умирать. Как будто мы режим с вами играем на Акмая, где одна жизнь дается. Эти меня убивают числом, блин. Патроны все дробовика. Надоел.
бы, ну. Кто там играет? Как громко. Непонятно, наверное. Опять, о, он туда мне. О, май. Синий череп взят. Опять эти уроды. Опять хоть первого уровня. Пока. Потом на него. Мрачный уровень такой. Ну, в принципе, сюда. Мне сюда только путь закрыт.
Вот сюда показывает. Да, сюда. О, вот какое дело. Ваше внимание. Впервые. Да, я сам прям вас вижу. Так, ничего. Ряженый какой-то. Какие-то на яйцеголовой. Монстр какая демона, чудящий демон и псионик. Который движется, поглощаясь и голод. Умственные способности хроничные. На огромные размеры грозные способности делают их опасным врагам. Так что их нередко может встретить в будущей битве. Ё-моё! Еще этих надо замочить как-то. Музон еще такой. Блин! Сначала он убил. Опять эти каки демоны. Идите сюда. Красный урон. Есть.
еще одно было. Блин. Патронов нет, а это кондема. Тратит дофига жизни. Блин, махнем. Да их тут дофига, блин. Но проблема в том, что патрон. Блин, эти евреи слишком много. Алло, патроны. Живем. Ага. Вот они. Урод не надо взять. Ну да. Чем я их убивать буду? Не этим же без... Пилой раза. Граната. Блин, сколько этих тварей? Оружия нет. Стивен, здорово. Их вроде бы трое, но чтобы их убить, надо... Патроны нормальные были. Не патроны, а арсенал нормальный. Попробуй, конечно, побегать пока, по карте поискать. Но это не выход, они же за нами бегают. Ну вот, нашел я. Это что я нашел? Здоровье не было. Ну вот так, если это... Гранат. Смусь, понравилось.
Вот. Другое дело. Вот рекламирует, хорошо. Это уже другое дело. Чуть-чуть здоровья. Пойдемте тех попробуем домочить. Захват. Так, тут еще один. На стрим контроль тоже. Без патрона, без всего. Здоровье бы еще тоже не помешало. Блин, я вообще даже не понял, как он меня так легко убил. Ну, то есть это... Ну, то есть это, да. Thank you.
Там еще один махнул. Ну, еще ракетку бил. А, понятно, что они так убили. Зашибись. Обложили меня со всех сторон. Вроде как туда. Сюда, сюда она. Да, я прыгну туда. Да, отсюда я пришел. Увеличь максимальный запас здоровья. Эти боеприпасы. Увеличим. Будем больше носить, типа. Все такое. Блин, не допрыгнул. Ладно, фигня. А чё мало боеприпасов? А, я же не взял. Пожалуй.
А вот новые боты, головы какие-то. Монстры. Эти демоны могут встретить Джиграма Ханда, где она бездумно брат поиск тех, которых могут вселиться. Наш потенциальный жертв, потерянная душа, приезжается к ней, взрывает с нами взрыв существо. Тебя сильной воли, потерянная душа способна вселиться на него. Душа жертвы, в свою очередь, сама становится потерянной. Стрёмно, да? Да пошёл ты. Не дай бог такой присниться, да? Там всю ночь с ним будешь спать. Достигнуть контрольную точку. А чё, я уже говорил, не помню, я в первый, второй дом, прикиньте, в 5-6 лет играл, да, ну, я же рано начал играть, 91-м, там, 92-м году, вот, и первый мой экшен, это были дом первый, дом второй, Wolfenstein, вот, и, соответственно, ну, чё, ну, стрёмно было, помню, вот. Поэтому для меня это вот эта игра, ну я разбился, да, потом заболтался. Ну, это игра, которая, в принципе, можно сказать, эталон всех экшенов. Я уже кучу мод, второй и, в общем, всякое бывало. Не знаю, как вы. Но вот реально первая, вторая часть, я помню, была страшно. Почему? Потому что стрёмная все равно. Потому что там графика была достаточно темная, еще так. Особенно вот эти как демоны. Прыгнул. Еще одна пара. К сожалению, очень много игроков, которые реально просто застали первую, вторую часть. Ну, Next Gen игроков, то есть, которые начали играть там, в 2000-х годах. Очень сложно объяснить, что такое настоящий экшен. Что не Crysis 2, это самое лучшее. А вот вот это дом. Вот с этого всего начинается. Я помню, мы с другом на Сеге вообще, ну мы не на Сеге, конечно, начинали, мы скачали какой-то Brutal Doom. Там, в принципе, просто, я не знаю, на каждый метр или демонов зашкаливает. По-моему, только на... Да, он вышел в ограниченное количество. Это было что-то просто стрёмное.
Делаешь, как назывался, братан был. Какую чему модификацию было? Ладно, давай. Так, кто там панал? Блин, не так понял. Ладно, плюс все с демона разбираться. Ускорение. А вообще, кто не в курсе, эта игра, по-моему, до 2010 года была запрещена в Германии. Она то ли вредной считалась, то ли еще что-то в этом роде. Только совсем недавно, как 5 лет назад, первую, вторую часть, прикиньте, разрешили. Вот. Я не знаю, но я считаю, это, конечно, не правда. Такой классный лыжи, да, время. Ну, типа, тут насилие много, все такое, поэтому запрещали. То есть это для психики вредно. Можно, извините, в придурка превратиться. Если играть там, не знаю, слишком много. Ну вот, блин, насели на меня. Попробуй теперь от них отстреляться. У меня, правда, ракетомет есть, но всего 33 здоровья. У меня всего 3 патрона. Все, взял патроны. Блин, фигать. Блин, 5 патронов с дробовика. На этот патрон все остался. Я уже, наверное, 5. Патроны искать. Да, ничего нет. Ну вот, что-то взял. Ракетомет. А, ну все, достиг контрольной точки. Патронов все, фиг, доберу.
Опа, телепортировался. Да ты что, гостиница, контрольная точка. Нет. Да и правильно, мне кажется, что это грузить, извращенцы какие-то. Ну, скажите, зачем вот это все нормальному человеку? Вам там был первый, был второй. Там это более-менее график еще так. Но вот это зачем все? Марс, кровь, вот это. Я не знаю. По-моему, слишком. Недаром главный создатель Кармак не стал делать четвертую часть. Отказался. Я могу теперь понять. Как уже сделать. Мне кажется, согласится. Сильный контрольный точек. Так. Так, чего у меня там? Так, там это 1, 20 мм винтовка, 1 дробовик. Очень мало. Это маленько. Сильного людей. Действительно, нажмите. Подрыв. Ну, активация оружия. Это типа отступают. Ну, я рассказываю. Короче, открыли, проводили тут научную экспедицию. Открыли портал. Ну, решили тут исследовать. На пауте запись конных с оружием. Супер дробовик. Так, ну давайте исследуем. Вот у нас... А, это просто у нас улучшено сейчас. А, нет, у нас отдельное уже идет. Я думаю, это у нас улучшено. Нет, отлично. Контрольная точка. Как там нагрена? Кнопка там называется. Давайте посмотрим супер дробовик. А, так туда надо сначала. Сейчас туда сначала вернемся. Нифига патроны дают. Сейчас еще та же идет. Ну, о, вот это новый демон. Ведь моб. Это архидемон, что-то такое. Повышиваться. А,
Я вот вчера пытаюсь. Так очень сильно. Монстр. Барон Ада, да, высочайший ранг, где он в сердце лица Ада. Лет покидает преисподнюю, но барон еще не удалось входить прямо во время ловчей операции. И поэтому людей практически нет сведения о физиологии и поведении барона. Не, ну тут еще пауки стреляющие, не, или нет, первым, втором кто-то там был. В принципе, уже почти все мобы у нас. Вы видели. Сейчас я достану. Гулял тут. Блин, еще один. Сильная тварь этот барон Дим. Пошла на душ пожирает на. Блин, еще один тварь. Здоровье-то нифига нет. Патронов. Их двое, ребята. Жесть. Сквозь стену, блин. Кулаколка. Ой, думаю, блин, думаю, падал в пропасть именно. Блин, ракетомет они. Ладно, зато дробовик чуть-чуть осталось. Достигнем контрольную точку. Sound.
30 нам сюда. Опять сейчас твари. Зомбики, это фигня. Он еще после них появится. Ну, это тоже фигня. Ну, а там меня уже ждут. Пора. Блин, эта тварь прям летучая. На, получи заряд. Здоровье за ней почему-то не дано. Как это делать? Ладно, это не быть тормозом. Ну, вот можно уклониться так быстро. Не тратить, зараза, много. И бить запросто много. Анкопс превратили отвратительные особенности в свою физиологию. Ствол со часы давит идею. Анкопс способен стреливать, положительно стоит под огромным давлением, точно жидкость поменяется, получается самый эффективный биохимический метод. Сильно забыл. Достиг контрольной точки. По-моему, 7 оружий, если не ошибаюсь, в игре. У нас уже 6. Самое сильное, это, конечно, БФД. Thank you.
куда? Стены контрольная точка. Сколько оружия? Что-то сейчас там будет дофига. Подводов. Ребята, за него с видеокарты это все покраснело. Реально. Ну да, и правда тут зашибись. Так, это случайно неуязвимость. Четырехкратный урон тоже не помню. Эй, быстрее, не заканчивается урон. Фига себе, а? Сколько этих тварей-то. Ё-моё. Мне же надо еще где-то... У меня здоровья нет. Меня сейчас так убьют. Ну еще пьянину здоров. Барона. Их там целых двое, блин. Ну и что, что боеприпас? Короче, микерды.
Ну, здорово. Фига себе, светишь книги. Попробуй пройди. Опять сейчас начнется. Ну, четырехкратного урона себе оставить на конец сам, ну, когда эти три барона. Ну, блин, чересчур легко. Здоровье где-то надо. Да ё-моё, как он меня убил. А, там появился этот баронада. Сзади встал у меня прям в спину из-под тишка и. Ну, понятно. Сука, зараза, а? Я даже не вижу. Так, лучше давайте. Ракетомет лучше, почти до максимума.
Этот теперь прибежал, блин. Мои не буду говорить, что. Если бы один еще. Этот тут еще стоит. Сейчас попробую. Да, вот это взять. Помощный урон. Трехкратный урон. Достигнуть контрольная точка. Фух, 9 патронов к кинометрам. На Марс запрещено. Погоди, телепорта. Гудбай, ребят. Не понравился мне, очень не понравился. Продолжим. Минус эти уроны. Агент комплекс уничтожен. Мы сразились с врагами водой, вернулись обратно. А теперь демоны захватили плацдарм на Марс. На способ закрыть адские врата создана Ливия. Ну это в следующем видео покажу, я немножко понял. Ад на Марсе. Короче, оттечет в рай, да. Два мира сошлись. Да. Все, ребят, давайте достигнем контроль точку. С вами был Мастер Феникс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Если кто-то играл в Doom 4, пишите ваши впечатления об игре. Может, полное я, может быть, наоборот, очень понравилось. Вот. Все, всем давайте, пока. До встречи.